Насколько далекой может казаться мечта? Сегодня мы хотим сказать спасибо. Спасибо Вселенной за то, что, несмотря на все преграды, мы всегда верили в свою мечту. Новый коллектив называется «Артик и Асти». Сейчас премьера здесь, в Олимпийском. Падали, но опять поднимались. Расстраивались, но никогда не отчаивались. Спасибо всем тем, кто не верил в нас. Спасибо, что говорили, что у нас не получится. Спасибо, что говорили, что мы группа для маленьких клубов. Спасибо, что говорили, что песни, которые я написал, слабоваты. Спасибо, что говорили, что я не умею петь. Спасибо за то, что говорили, что премия — это не для нас. Лучшая поп-группа. Лучшая группа. Артик. Артик и Асти. Артик и Асти. Артик и Асти. Спасибо, что говорили, что мы не сможем. Но мы смогли. А потом еще раз смогли. И еще. И вот уже 10 лет мы вместе. Никогда не сдавайся. Верь в свою мечту. 6 мультиплатиновых альбомов. Более 1 миллиарда просмотров видео. Более 3 миллиардов прослушиваний по всему миру. 24 недели в топ-3 чарта Apple Music. Лучшая группа 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов. Обладатели 7 золотых граммофонов. Сегодня ты станешь частью этой истории. Артик и Асти. 10 лет вместе. Боль, но мы запомним. Наш последний поцелуй.
остается помнить высокосно. Остается помнить высокосно. Добрый вечер всем! Привет, Москва! Привет, Краков! Вы же знаете, мы как бы группа, которая из года в год всегда перед собой ставили новые цели, новые планки. Все-таки три Крокуса — это даже чуть-чуть больше того, на что мы рассчитывали. И тут, когда Артик мне говорит, что у нас будет два Крокуса и предлагает взять третий, конечно, я сказала, что если я даже умру, все равно нужно ставить, потому что это круто, и для меня это даже где-то приятно. Это было мощно, это было феерично. Я говорю, что правда, у нас придут столько людей? Я говорю, а вдруг не придут? Он говорит, как не придут, если у нас уже sold out? Я говорю, что? Да как такое может быть? Волновался? Конечно, волновался. Я была удивительно собрана. Я вообще не нервничала. Для меня это была суета, работа. Я спокойно, все по плану. Это сюда. Потому что я знаю, что все, что есть во мне, это вот копилось там годами, да, и дошло до определенного уровня. Зритель приходит, и он уже видит результат. И это достаточно большой и трудоемкий процесс. Даже просто для того, чтобы сыграть песню, ее нужно отрепетировать, ее нужно собрать там в проектах, в программе. Все эти видеоэффекты, которые вы видите на экранах, все это отрисовывается, все это вручную делается. Мы доверили это профессионалам, они взяли на себя и закрыли большой объем работы. И я вот, наверное, за все годы впервые почувствовал, что вот я артист, я пришел, и просто я выступаю, да? Мы посмотрели друг на друга, я говорю, бро, красавчик, ты понимаешь, что это он? Да, мы дали друг другу по пятюне, все получилось, развернулись и стали, собрались и дали этот концерт 3 раза. Вы готовы петь? Ну и, конечно же, танцевать вместе с нами. Все! Ну что, поехали? Его волнами, а-а-а, думать
нужен он один и никого кроме. Ведь только когда она с ним, внутри нее бушуют ветра и штормы. Глаза будто космос, глядя в них, она словно падает в бездну. Гасит свет, к черту всех, нам пол одежду. Волшебство, всем назло, эта магия необратима. Ревность и страсть, как кино, любовь из масок и грима. Его рука, она тает в миг, его девочка, ее мужчина. И целый мир только для них двоих. Остальные все! Вы готовы? Все мимо. Я никогда еще так сильно не любила. Все мимо, все мимо. Я в нем теряюсь, но какой же он красивый. Все мимо. Еще! Чувства к нему сильнее цунами. Меня накрывает его волна. Знаете, за последние годы, за последнее время в мире происходит много всяких ненужных для нас с вами событий. Войны, эпидемии, всякая такая чепуха. Нам это с вами не нужно. Мы верим в то, что любовь спасет мир. Вы верите? Наша группа, группа Arctic Asti, как раз вот об этом. О любви, о семье, о ценностях, о чувствах, которыми мы делимся с вами, которыми вы делитесь с нами. Вы готовы поделиться своими чувствами сейчас? Покажите свои ручки. Все-все-все. Спасибо. Тебя носит, только
улыбка, новый сторик. Полю, как ты постишь, снова на тусе. Окей, ну и пусть так, кто эти люди, ты даже не в курсе. Делаешь больно, переживу, пусть ради тебя, если тебе так лучше. Вокруг говорили, что мы идеальная пара. Ну посмотри, что же вдруг с нами стало. Где бы ты ни была, твой вкус до сих пор на моих губах. Я же тебе не брат. Это мои чувства, это моя вера, это моя пустота, это мои нервы. Я же так любила тебя, бура. Это ведь моя душа, зачем ты с ней так? Спасибо. 10 лет — это круто, и круто, что мы вместе, потому что мне кажется, что мы друг у друга уже даже учимся. Если раньше я смотрела на Артика все время такими глазами и всего там боялась и училась у него, то сейчас мы, наверное, такая поддержка друг друга, да, и опора такая в работе. И сейчас я сравниваю себя с вот ту девочку испуганную, да, и боящуюся вообще всего, что тебя ждет, с женщиной, которой я стала и которая сейчас сама планирует все, что меня ждет, знает, что она может, очень уверена в себе. Но это все произошло благодаря тому, что вот эта маленькая девочка училась на многих сложных моментах и ошибках. Из маленькой девочки Аня превратилась в роскошную женщину, и которая пережила многое, и о многом может поделиться. И это часть нашего успеха в том числе. Правда, я даже не могу сейчас сесть, как эта девочка. То есть я вот так вот сидела на чемоданчике, прям вот такими глазками, я даже этот взгляд уже не сделаю, потому что я вообще уже другая. Ну и, конечно же, мы уже семья, потому что все, что было за эти 10 лет, это не просто работа, да, это уже какое-то такое сплочение, что ты не можешь назвать человека просто человеком, с которым ты работаешь. В принципе, у нас такая всегда дружный и коллектив, и семьями мы дружим. Это все превратилось в большую-большую такую family, которая только растет и будет расти, я надеюсь. Испадут.
Еще! Свой дальше. Москва, как-то очень-очень тихо у вас здесь сегодня. Не-не-не, так дело не пойдет. Я сказал очень тихо! Ты нежно меня коснись, другого кусаю я. Покрепче за нас держись и не отпускай. Тебя спустила с небес на жду. Осталось в сердце твоем. Все, что мне нужно, ночью идем. Мы с тобою поем, поем, поем. На твоей ладони все начертано. На нас я тебя искала столько раз, столько раз. Все, что ты захочешь, мы разделим пополам. Я тебя нашла и больше никому не отдам. Я никому. Спасибо. Вы знаете, очень для нас, вот лично для нас, очень важна поддержка наших коллег, коллег по цеху, музыкантов, артистов. И вдвойне приятно, когда тебя поддерживает легенда, тот человек, на чьих песнях ты рос. И вообще, как бы даже нет слов сейчас описать те чувства, которые мы испытываем, потому что еще буквально там, я не знаю, 10-15 лет назад, а это все было как будто бы вчера, потому что как будто вчера мы еще были малыши, как будто вчера я ходил на концерт «Руки вверх». А сегодня Сергей пришел нас поддержать, поздравить. Вы мне даже кажется, не понимаете, что мы с тобой огромные-огромные везунчики. Иметь такого друга, вау, такого чудесного артиста сегодня на сцене. Мало того, что Сережа... Добрый вечер! Это еще и человек, который, мне кажется, согревает сердца уже много-много, мне кажется. Он согревает наши сердца уже много-много лет. И я думаю, что сейчас Крокус будет много-много шума! Добрый вечер!
я давно хотел это сказать. Но только пока Артик и Асти могут позволить себе собирать 3 дня подряд крокус и... Ладно, ладно. А мы все ждем своего лужники. Это же не олимпийский, Сергей. Да. Я безумно счастлив сегодня находиться на этой сцене с моими друзьями. Ребят, вы счастливые люди, потому что музыка, которую пишут и делают ребята, наконец-то пропитана мелодизмом, радостью, настоящим искренним чувством. И мне безумно приятно, что наши судьбы сплелись музыкально, да и не только. И поэтому я здесь. Я вас люблю. Спасибо. Мама, ты можешь мною гордиться! Нужны руки! Сейчас это сделать.
три, четыре. За своей мечтою полечу за тобой. Вы! Сереж? Я не встречусь с тобою, не стану звездою. В твоих метрах ласковые глаза. Только сажу снег. Будешь помнить ты о том, что согреет тебя. Что? И? Дождем. Ваши аплодисменты, Сергей Жуков! Спасибо! У нас есть всегда, как я себе разделяю, у нас всегда есть две линии. Есть наша линия Артик и Асти, вот то, что мы делаем в наших альбомах, вот непосредственно в нашем сольном творчестве. И есть линия чуть-чуть другая, это эксперименты, это коллаборации, какие-то совместные работы с другими артистами. Если вы видите, что мы с кем-то что-то делаем, возможно, это будет не то, что вы слышали в наших альбомах Артик и Асти, но это нормально, потому что когда ты работаешь с другим артистом, две энергии встречаются, поэтому что-то рождается, возможно, необычное. Знаете, ребят, мы долго не виделись. Нам было сложно, потому что мы не просто дышим музыкой, мы не просто любим ее. Мы еще всегда вместе с вами, как одна большая семья. Сегодня на этом концерте очень много всех наших близких людей, родных людей. И мне кажется, мы здесь как одна большая крепкая семья. Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня почувствовал то, как мы его сильно-сильно любим. То, как каждый из вас нужен нам. И я хочу сказать вам, что мы очень-очень сильно скучали. И самое главное, что несмотря на все преграды, нам с вами невероятно! Чувство вины меня снова накрыло. Хочу быть самой счастливой твоей половины. Ты даришь мне крылья. Ты мой огонь внутри. Губы губами взрыв. Давай с тобой сгорим. Ты уменьшалый мир. Опять растворимся в закатах. Рассветы теряя, друг друга вдыхая. Прижимай меня ближе. Целуй до мурашек. Говори, как любишь, мне это важно. Прижимай меня ближе. С тобой мне не страшно. Я поднимаюсь выше и выше. Невероятно. С тобой невероятно. Ведь мне невероятно. С тобой невероятно. Мне невероятно. Никак. Я знаю, если ты рядом, бьются сердца в один так. Будто ну опять в глаза, ты будто мой океан. Этот рассвет для нас, и я снова пьян. Я тебя губами по всем точкам. Знаю наизусть, выучил точно. Обними меня и сделай музыку громче. Мы никому не скажем, что было этой ночью. Любовь, наркотик, любовь, химия. Нет никого, кроме сейчас ты и я. Глазами напротив я вижу насквозь. Я знаю, что хочешь. Прижимай меня ближе. Целуй до мурашек. Говори, как любишь. Мне это важно. Прижимай меня ближе. С тобой мне не страшно. Я поднимаюсь выше и выше. Невероятно. С тобой это невероятно. Ведь мне это невероятно. С тобой это невероятно. Любовь без остатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо. Внутри бьешь вкус. Мы на правильном курсе. Просто почувствовал. Москва! Прижимай меня.
Спасибо! Мерси. Время сходит с ума, опять один до дна. Одинокая постель смята, виноват я, что не рядом, так надо. Это вряд ли, я с тобой, я твой, до последней капли. Дыхаю дым мне часть, кричу от боли родная часть в твоей власти. И только лишь тебе могу сдаться, только твои губы вправе касаться моего пространства. Для меня не спеша, бережно и осторожно. Вместе с тобой я твоя, тебе все можно. Дыхай меня по чуть-чуть, уводи меня до дрожи. Ты знаешь то, что я хочу, тебе все можно. Мой космос, моя планета, я знаю тебя по мере нету. И каждая клетка с тобою рядом. Я радуюсь дневному свету, тону в глазах твоих, как в океане. Нет ничего нежней твоих касаний. И словно таю с каждой минуты, просыпаюсь с тобой каждое утро. Дыхай меня не спеша, нежно и осторожно. Если с тобой я твоя, тебе все нужно. Чуть-чуть, уводи меня до дрожи. Ты знаешь то, что я хочу. Тебе все можно. Будь ближе, хочу услышать, как ты дышишь. Она с тобой, она пишет. И мы взлетаем все выше, пролетая город. Ты просто дай мне своего тепла. Открой мне тайны, и я тебя всюду дна. Дыхаю медленно каждую из твоих частиц. И будто бы весь этот мир без границ. Все было можно, друзья. Спасибо! Спасибо! Нашей прям полноценной первой песни, я все-таки считаю песню «Моя последняя надежда». Я помню, как я записала ее на листок, и мне было настолько сложно выучить эту мелодию, она была для меня такой замысловатой. И я, записав на листочек песню, у меня над каждым словом была стрелочка вверх или вниз, куда уходит мелодия. То есть куда она уходит и как она двигается. И мне это особо не помогло, но я еле-еле просто с горем пополам спела ее. И потом, когда он мне прислал первую запись, демо, я так визжала, я так бегала просто по квартире, что наконец-то мой голос есть в песне, в какой-то вот, который
которую написали, да, не просто там, знаешь, спеть чужую песню, а это вот как наша песня. И вот когда Артик мне прислал «Моя последняя надежда» в записи, я так радовалась, просто понимала, что вот оно, это так круто. Это именно та песня, с которой все у нас началось, как у группы, потому что мы уже точно четко поняли, что это, кто это и как. Появился вот этот фирменный наш бренд «Артик и Асти». Mm-hmm. Тогда в то время он назывался... Первое название наше было это «Артик Презентс Асти», «Пресс Асти». Эту песню, я думаю, знают все. Особенно те, кто был с нами уже 10 лет. Ну что, вы поможете мне? Все вместе споем сегодня? Только так громко, чтобы все слышали, что здесь сегодня происходит. Вы готовы? Спасибо.
Как бы банально это ни звучало, конечно же, в первую очередь это жизнь. Потому что какой бизнес мог быть, и о каком бизнесе могли быть мысли, когда ты там, допустим, в 7 классе в школе, и уже ты рисуешь эти схемы, там, как-то продюсирование, все дети сидят там, учат, не знаю, там, биологию, химию, а ты думаешь, так, сейчас приду, там, напишу новые строчки, какой-то рэп или новый бит сделаю. После школы садишься там, изучаешь эти музыкальные программы. Я практически все свои годы, вот с 8 класса, да, до выпуска, я проводила на занятиях по вокалу. Занятия с коллективом, там, где в несколько голосов ты поешь украинские народные песни. У меня были еще 2 часа занятий с сольными песнями. Ты просто под фонограмму учишь песню и поешь типа какого-то артиста. То есть вот так. И потом я еще оставалась в старшую группу. То есть как бы вот я в 9 или в 10 вечера приходила домой, но зато счастливая, потому что после уроков я вот столько же, сколько уроки, у меня занимало еще занятия пением. В своем родном городе, в Запорожье, я уже собирал вокруг себя молодых артистов из города. Как-то вот всегда у меня такая была роль артиста, продюсера. В школе ко мне классно относились, я такая вся была активная девочка, учителя меня любили. Потом я перешла в лицей, и там сначала в меня поверили, а потом начали это все гасить, что на конкурсах я не побеждаю, потому что я давлю на связки, что я плохо спела, что было некрасиво. Ну и в итоге я начала забивать немножечко на эту историю и поняла, что, ну, наверное, как бы талант во мне не такой уж и там классный, какой там могли бы когда-то мы себе представить. Всех вас люблю. Yeah.
Я начал писать песни на продажу. Я писал песни другим артистам. У меня возникла идея, зачем вообще продавать песни, если можно создать какой-то свой проект и работать, и зарабатывать вообще на другом уровне. Мы с Артиком не были знакомы, но я была его, типа, якобы фанаткой. Вот. У меня был знакомый парень, который дал мне когда-то на диске записанном, который ему там подарили друзья, послушать группу «Караты». Слушала я этот альбом, потом узнала, что они приезжают к нам выступать в город, в Черкассы. Я даже выступала у них на разогреве. После этого концерта у меня есть фотография, где на фотографии есть Артик, есть Кеш, из группы «Караты», и вот там вся их свита. То есть у меня прям есть фотка, когда я с Артиком увиделась первый раз в жизни. Я начал присматриваться, потому что для того, чтобы исполнять песни мои, нужен был хороший вокал. Хороший в моем понимании, да, потому что у меня есть определенные свои какие-то взгляды, видения на голос, на то, как он должен звучать, на то, как человек должен владеть этим голосом и так далее. И в один прекрасный момент мне прислали демо-запись. Это были молодые ребята из Киева. Они мне прислали демку свою, говорят: «Воу, чувак, послушай нашу песню новую». Ну, я, конечно, их песню послушал, но обратил внимание совершенно не на них, а на девочку, которая пела в припеве. Потому что, когда вступил припев, я такой: «Воу, ничего себе». И я начал спрашивать: «А кто это? Что это?» Ее не было ни в каких соцсетях, ее не было нигде. Я была не супер юзером соцсетей. И вот когда получалось, я тогда только в них заходила, я вообще считала, что это вообще какая-то непонятная тема, вот, что соцсети — это для каких-то задротов и так далее, которые не могут общаться в жизни. Сейчас я есть везде, я задрот. И вот однажды мне мой друг говорит: «Так я сейчас пробью, все узнаю». Беру трубку, «Алло», говорю. И мне с той стороны трубки говорят: «Алло, привет, это Чати». Я говорю: «Кто? Короче, это Чати, давай все. Ты Артика знаешь?» Я говорю: «Ну, лично нет, но вообще знаю, ну кто его не знает? Ну, короче, ему понравился твой голос, он тебе сейчас позвонит». Я говорю: «Да, сейчас президент мне позвонит, давай, пока». И вот он находит ее номер, все, никаких проблем, звони. Я ее предупредил, говорит: «Звони ей, она ждет звонка». Откладываю телефон. Хожу там, злюсь, что-то себе мудрю в голове, звонит снова, еще один новый номер. Я такая: «Да блин, ну сколько можно?» Беру трубку. Я набираю, говорю: «Алло, привет, это Артик». И я такая, типа, чё? А она такая: «А, да, Артик, конечно». Я понимаю, что это его голос. Думаю: «Да ладно, типа, это нифига не шутка». И он мне говорит, что вот я услышал твой, ну, там, твой голос, ты очень классная, очень круто поешь. И на самом деле слова «очень круто поешь», да, от какого-то человека, который, ну, к которому бы я уважительно там относилась в плане там творчества, или мне бы хотелось их услышать, я не слышала. И когда я это услышала от Артика, я типа думаю: «О, реально, как круто, это так приятно». И он мне предложил, как это звучало. В общем, ты классно поешь, я сейчас еду на студию, сделаю тебе тречок, приезжай ко мне в Киев, запишемся. И я говорю: «Приезжай ко мне в студию, у меня есть, если тебе интересно, если ты хочешь как бы попробовать поработать, у меня есть песни, я пишу песни, и приезжай в Киев, попробуем поработать, что-нибудь запишем, а вот что-то получится». Да? Как вы уже поняли, в этом году мы, группа Arctic Ice, мы отмечаем 10 лет. Нам 10 лет, ни много ни мало. Кто-нибудь прошел вместе с нами этот путь? С момента первых наших песен «Ради на двоих», «Моя последняя надежда», вот все эти первые песни. Спасибо вам за то, что вы с нами все эти 10 лет. Спасибо нам за то, что мы с вами все еще эти 10 лет. Я надеюсь, вы будете не против, если мы еще по-старенькому пройдемся чуть-чуть. Вы же знаете, как мы вас любим. Знаете как? Нет, наверное, вы все-таки не знаете. Потому что мы вас любим очень-очень-очень. За тобою очень любим всегда и ночью. Когда мы с тобой вдвоем, это очень-очень. Дышаться бы тобой невозможно. И нас накрыло с головой. Это точно, точно. Мне не нужны змеи, только твои губы. Шоколада с ножом мне не нужны. И без тебя, и ночью.
как бы, вот, что? Она приехала. Я знаю, она очень боялась и переживала по этому поводу. Приезжай ко мне домой на студию, запишем трек. И я такая, чего? Домой? На студию? Типа как бы опасненько. Но очень сильно хотелось, правда, записать эту песню, познакомиться с Артиком. Поэтому поехала я, собиралась долго, надела самые лучшие вещи, у мамы взяла шубу, помню, как мы меня собирали, а еще был такой снежный холодный день, переживала я, чтобы я и выглядела нормально, и не замерзла же у этой мамы на шубе, в полушубке. В общем, мы ехали на этой маршрутке, она застряла на мосту из-за снега, я вместо там 2,5 часов или 3 я ехала около 5 или 6 часов, у меня уже весь макияж вытерся, в этой маршрутке в шубе мне было жарко, на мне еще было 300 одежек, чтобы я же не замерзла вдруг в этой маршрутке. В общем, пока я доехала, я уже не была похожа на девочку, которая... Ну, я вообще, в принципе, не особо тогда была похожа на девочку, которая собиралась несколько часов перед важным мероприятием. Это был ребенок, который очень-очень сильно волновался перед встречей. И вот все самое лучшее на себя надел. Переживала и созванивалась с Артиком, потому что для меня этот вокзал в Киеве был таким страшным местом. Я просто очень боюсь большого скопления людей. Мне всегда страшно, что меня кто-то обидит, что у меня что-то украдут, что я что-то пропущу. Ну, то есть я легкий паникер такой. Я в панике ищу просто знакомое лицо Артема, потому что мне очень страшно. Тут он подъезжает на белой какой-то машине, ну, такой обычной тачке, но мне казалось, что это супер лютая тачка. Как сейчас помню, он выходит в этом своем прикиде классно. У него еще была классная кофта с капюшоном такая. Она была вся в таких кнопках серебристых. Он выходит, накидывает эту кофту с капюшоном. Худик такой у него был. Я думаю, типа, о, блин, думаю, вот он крутой, я сейчас в этой шубе, непонятно какая. У меня уже все потекло, прическа испортилась. Думаю, блин, ну капец, сейчас вообще даже не узнает меня. В общем, мы узнали друг друга. Мы сели в машину. Я даже боялась ему спросить что-то. Ну, прям я реально не знала, что говорить. Я говорю, ну ладно, но почему меня нашел? Ну, а если бы я жила где-то не в Черкассах, а в Одессе? А, ну, Черкассы Киев — это 180 километров. Но тогда это было 6 часов на маршрутке. Представьте мои ощущения, да, как я очень хотела и старалась ехать. Он говорит, даже если бы ты жила где-то вообще на другом конце там, Украины, я бы тебя нашел, и все равно ты бы приехала, мы с тобой познакомились, потому что ты реально крутая. Все как-то изначально сложилось правильно, и мы почувствовали, ну, по крайней мере, я почувствовал, что мы с ней на одной волне в плане творческого мышления. И я, конечно же, она стеснялась, она боялась, и она вообще была маленьким ребенком, по сути, и там сколько было, лет 19, наверное, максимум 20. Я помню, то ли он мне включил что-то повторить надо было, какую-то песню, то ли мне надо было поимпровизировать какие-то, типа, там, отпевалочки сделать, мы так отпевалочки называем, типа, просто импровизировать. А я стою на него, смотрю, как вкопанная, просто, и говорю, в смысле, что делать-то? Я говорю, нечего петь, что петь? Ну что, короче, импровизировать я тоже не готова была. И учитывая вот мое ощущение к себе, что я не так как-то пою, что я какая-то не такая, что у меня там фиговый голос, я давлю на связки для там такого человека важного, которого я тогда встретила в лице Артика, ну, типа, может, вообще думаю, лучше не петь ничего. Потом он дал мне песню «Моя последняя надежда», которую я попыталась спеть. Я думала, я так накосячила, что он больше никогда вообще ко мне не обратится и подумает, что я бездарь какая-то. Но я старалась как могла, честное слово. А потом я поняла, что он это все собрал в песню, которую он мне прислал, и я поняла, что о боже, это свершилось, это так круто. Ну, а потом уже понемножечку я начала нарабатывать всю эту историю. И, собственно, я сейчас могу, мне кажется, за минут 7-10 максимум выучить песню, ее уже отпеть на студии. То есть я ее слушаю, и через минут 10 я ее уже могу записывать. Записали одну песню, вторую, потом как бы клип сняли, и все вот так закрутилось, завертелось. И теперь нам уже 10 лет. Вы знаете, есть всегда мне что сказать по поводу нашей музыки, по поводу нашей мечты. Как долго мы к этому шли, и как все казалось заоблачной какой-то невероятной мечтой. Сейчас мы стоим 3-й день подряд на сцене Крокуса. На нас пришли посмотреть тысячи людей, которые нас 15, любят. 15, даже больше чуть-чуть, 16. Вот он по цифрам, а я, видите, по душе. Много-много тысяч людей, давайте скажем так, пришли на нас смотреть эти 3 дня. И я знаю, что любовь наша к вам, она безгранична, она настолько огромна, что я каждую секунду чувствую, насколько это взаимно. И я каждый раз хочу благодарить вас,
каждый миг, каждый раз, каждую секунду хочу сказать вам спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что с верой вашей в нас мы шли дальше, мы росли, мы сочиняли, мы пели. И каждый раз, выходя на эту сцену, нам кажется, что мы выходим домой. Приходим домой, выходим на сцене домой. Спасибо вам за то, что вы даете нам такую уверенность. Спасибо за то, что вы верите в нас. Спасибо за то, что каждое слово в наших песнях про любовь, про взаимопонимание, про утраты вы находите кусочек себя, потому что у вас есть душа. Мне кажется, что человек, у которого есть душа, ныне очень ценен. Сейчас таких мало, а нас здесь сегодня 5000 человек. Понимаете, какой особенный сегодня, вчера и позавчера был день? Мы умеем любить. Это самое важное. А знаете, что у нас с вами? У нас не просто любовь. Это намного, намного больше, чем любовь. Спасибо. Время пролетает так незаметно, словно бабка. С тобой мне повезло, ведь это больше, чем это не приносится на блюдце, это результат кропотливой и тяжелой работы, и за эти 10 лет до той позиции, в которой мы сейчас находимся, было пройдено очень много всего. Ну, начиная от того, что сколько я выслушал, там, что Аня не очень классно поет, и вообще это не наш формат, и ваша группа не такая, и да и песни ты написал какие-то слабенькие. Ну, то есть очень много всяких мнений было. Я пытался пробиться на один из телеканалов, чтобы нас поставили наш видеоклип. Там одну встречу, вторую, третью. И мне потом в моменте сказали: Артем, руководство сказало, что вашей группы никогда не будет на нашем канале. И я в тот момент, конечно, так расстроился. Но вот такие моменты, когда я слышу что-то подобное,
как бы многие могут расстроиться, да, уйти в себя, там, закрыться, я не знаю, плакать, да. Но я как бы не из тех людей, я наоборот, если я что-то такое слышу, у меня это еще в 3 раза больше зажигает, чтобы вот доказать обратное, что ага, раз вы такие, хорошо, посмотрим. Все это кропотливый труд, время, да, знакомишься, общаешься. Параллельно ты делаешь песни, которые... Каждая твоя песня становится все сильнее и сильнее. И это невозможно уже не заметить того, что как бы Артик и Асти — это феномен. Их нет на канале, их нет на радио, но они собирают залы, у них там по 12-13 концертов в месяц. Появляются новые аргументы, с которыми ты опять приходишь и говоришь, ну, ребят, может, вы уже передумали? Ну что, продолжаем танцевать. Всем нашим половинам посвящается. Половина, половина. Вы готовы? Мне слишком плохо. В глубокой темноте, в мой яркий свет. Мне слишком плохо. Ты не со мной. Я с луна, я с луной. Прямо по коже мне, касаниями точными, снова до дружи я. Ты меня хочешь так, не осторожнее я. Я тебя тоже, 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 все же. Пала половина, пала половина тебя. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, так сложилось, что большинство, где-то 90% посетителей нашего концерта — это девушки, прекрасная половина человечества. Девчонки, дайте шуму. Здесь? Ну нет, мне кажется, девчата могут получше. Девочки, а ну-ка дайте шуму! Да. Пацанов... Конечно, как обычно, меньше. А если они и есть, то их сюда насильно приводят, явно. Ну ничего, пацаны, вы не переживайте, я тоже тут стою, жду свой куплет, все нормально. Все хорошо. Мы здесь на концерте группы Arctic Asti, но мы здесь все ради любви, ради одной цели. Кто-то ради любимого человека, кто-то ради любимого дела, кто-то ради любимых артистов. Вы знаете... Вот это уже хорошо. Любовь, она...
нас всех объединяет. Любовь, как я уже говорил, спасет мир, любовь вечна. Я надеюсь, вы с нами? Ну ладно, сейчас спою. Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил без тебя, подумай. Везде мне запах кажется твоим, везде мне голос кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехо. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем. Только мы вдвоем. Не отпускай меня, крепче держи. Изначально, как бы, я всем и со всеми строю такие отношения, все-таки дружеские, человеческие, партнерские. Несмотря на то, что у нас там был контракт, мы никогда вообще его даже не доставали, и как бы я никогда не так, вот смотри, ты тут должна делать вот это, а ты этого не делаешь, или еще что-то. Такого никогда не было. Никто меня не заставлял. Большое спасибо Артему, наверное, за то, что он не давил на меня, не пытался сделать из меня того, кем я не являюсь. И, возможно, еще поэтому было и супер сложно мне, потому что мне никто особо не помогал там решать какие-то свои внутренние моменты с тем, что я там никогда так много не гастролировала, не видела свою семью, да, скучала, у меня не было никого из близких. Все люди, которые появлялись, как-то резко меня предавали, это было снова больно, да, это было как-то непривычно для меня. И то, что он дал мне эту свободу, сделало меня такой, какая я есть, потому что я, ну, я знаю, что все, что
вот со мной произошло, и то, к чему я пришла на данный момент как человек, как личность, это исключительно мои заслуги, да, и это исключительно моя сила воли. Классно, что он был таким, потому что у меня... На момент начала вот нашей группы не было шансов быть слабой. То есть я смотрела и понимала, что, ну, как бы, с тряпочкой долго носиться не будут. В какой-то момент вот тряпочка, я же говорю, стала красивым полотном. Это, скорее всего, такие отношения, как брат и сестра. Старший брат, младшая сестра. Вот у меня в моменте, там, 10 лет назад появилась сестренка. Так вот и мы росли вместе. Все еще помню. Думаешь, себе можно, если ты мой Боже, и люблю до дрожи. Ты же не слышишь, как я кричу. Я не прошу, я молю, слепо верю и жду. Я не живая, я всего лишь дышу. Я без себя не хочу. Прощай, прощай. Ты можешь просто дать все, что хочешь, разбить мое сердце, и меня уже ничто не спасет. Ты можешь просто убить мою душу, души меня нож, но любовь никогда не умрет. Ты можешь просто дать все, что хочешь, разбить мое сердце, и меня уже ничто не спасет. Ты можешь просто убить мою душу, души меня нож, но любовь никогда не умрет. Мы разрушали и строили вновь и вновь миллионы слов. Ложь и боль, куда уходят дни, мимо нас с тобой. Одиночество, нелюбовь, крик, ссоры, ночь, город. В памяти осколки, помню твой шепот. И как-то странно, в душе лишь раны, но обманом все не исправит, кто теперь сумеет. Кто сумеет понять меня, как ты. Мы просто люди, мы делаем ошибки. И если раз обидел, ты сто раз прости. Солнце больше не светит на моем небе, лишь только тучи, лишь дожди. Я потерял смысл жизни, день когда отпустил, дал тебе уйти. Ты можешь просто забрать все, что хочешь, разбить мое сердце, и меня уже ничто не спасет. Ты можешь просто убить мою душу, души меня нуж, но любовь никогда не умрет. Ты можешь просто забрать все, что хочешь, разбить мое сердце, и меня уже ничто не спасет. Ты можешь просто убить мою душу, души меня нуж, но любовь никогда не умрет. Берегите любовь, друзья. Самое-самое-самое чувство в нашей жизни. Вот мы растем и росли все эти 10 лет достаточно постепенно. Появлялись деньги, мы их вкладывали в развитие. Мы снимали лучшие клипы, мы приглашали
лучших стилистов, мы приглашали режиссеров на свои концерты. Я никогда не жалел и не жалею денег на идеи. Да. Если есть идея, я ей горю, и мне не важно, я могу там прям потратить все до копейки. Я прям очень азартный в этом плане. И так и было. Даже когда мы начинали, я практически все, что зарабатывал, вкладывал. А первые работы, когда мы еще даже не зарабатывали, вот это вот прям на 100% я все вкладывал, что у меня было, потому что я работал как артист, как MC в клубах, как вечеринки мы делали, как организатор, промоутер. И зарабатывал деньги. И эти же деньги как бы вложил в первые наши клипы, в песни и так далее. То, что мною движет, это все-таки какие-то амбиции, азарт, вот это вот... возможность что-то созидать, что-то создавать. А как бы деньги — это уже это как последствия, да. Если ты делаешь то, что нравится людям, то, как бы, естественно, это приносит заработок. Всегда есть куда расти, и этот процесс, он бесконечный. Если у тебя есть энергия и амбиции всегда новые, а у меня они... Как бы, я не знаю, что со мной происходит, но они, наоборот, как бы уже должны идти на спад, а они у меня, наоборот, все больше и больше становятся. Ты понимаешь, что на тебя приходит такое количество людей, значит, ты двигаешься в правильном направлении и делаешь что-то важное, то, за что они готовы заплатить, прийти. И мало того, что и они как бы делятся с нами своей энергией, которую мы, несомненно, чувствуем, получаем, и это очень важно. Оставим за кадром, пусть никто не узнает, как мы провожаем закаты, окутаны тайной домыслов и загадок. Но есть одна правда, мы неделимы как атом, всегда только вперед, без оглядки назад. Мы чувствуем даже то, что никогда не увидим глазами. Я ведь знаю точно, все вокруг миг станет чуждым. Если тебя не будет, мне все это не нужно. Мы будем вместе даже, если наверху, внизу, весь зал, вместе с нами последний припев! Мы будем вместе даже, если мы как дна. Не разделится, не длимая, не сломается. Еще! Нет ничего важнее нас с тобой сейчас. Не спешите гасить фонарики. Посмотрите вокруг. Это красота, это вы.
Вы и есть вселенная, вы и есть любовь. Спасибо. У меня, если я слышу «нет» или вижу, что что-то не получается, меня как бы это стимулирует работать еще больше, что-то поменять, что-то добиться своего результата. Вот это, я считаю, такой хороший двигатель нашего прогресса, что вот такая у меня черта есть. Потому что иначе я бы, наверное, уже опустил руки еще сразу же там после первой или второй песни. Либо вообще еще даже задолго до нашего проекта. Потому что, ну, поверь, столько всего... Столько слова «нет» я слышал, мы слышали. Но втройне приятно, когда ты это «нет» превращаешь в «да». И ты такой, класс. Одна из моих заветных мечт была «Золотой граммофон». Это все такое знаковая премия для российского шоу-бизнеса. И в 2015 мы впервые получили «Золотой граммофон». И вот это было приятно. Это было приятно, потому что до этого как бы и мечтать тяжело было об этом. Артик и Асти. Бэ! Ну что, вы готовы немножко с нами попутешествовать? Сквозь века, эпохи, сквозь миллениум, сквозь тысячелетия. Вы верите, что любовь живет из жизни в жизнь, находит? Люди находят друг друга сквозь поколения. Верите? Мы тоже верим. Вы готовы? Я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой». Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда Брут всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи до последнего вздоха. Год 2024 на подлете к Марсу. Я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже? Давай на конечный.
еще? Легко и безбежно. Но ты меня спас с собой, как тысячи жизней дом. Все вместе! Все вместе! Любовь. Все громче, громче! Любовь. И еще раз! После нашего второго альбома, после песни «Как раз вот тебе все можно», ну, я уже думал, ну, что еще можно такое написать, вот, чтобы, ну, еще лучше. Ну, и так мы уже и золотой граммофон получили, и все, и мы такие, там, все о нас говорят, и мы везде. Ну, что можно еще лучше написать? Что-то я сидел там, ну, ничего не получалось. Такой же даже творческий кризис, попахивало творческим кризисом, но я сел и родил песню «Неделимы». И это еще прям, еще на ступеньку выше мы стали, еще больше нас стало везде. Новые золотые граммофоны, новые премии. И тогда я понял, что, вау, круто, можно, нужно постоянно расти и постоянно двигаться вперед. Знаете, любовь живет в этом зале, и это нас греет. Мы хотим увидеть все ваши ладони. Покажите нам все ваши ладони. Глаза в глаза, ладонь в ладонь. Сегодня мы с вами одно целое. Сегодня мы здесь одна семья. Сегодня мы неделимы. И пусть так будет навечно. Глаза в глаза, ладонь в ладони. Это спасибо, что делаешь счастливее. Между нами космосы. А все потому что мы одно целое, мы неделимы. Нас обнажит ладонь в ладонь. И это спасибо, что вы делаете нас самыми. Спасибо счастливыми. Не-не-не-не-не, я от вас просто так не отстану. Давайте еще разок, только чтобы все, кто не попал сегодня на концерт, сегодня третий день, очень жалели об этом. Потому что мы сегодня отдыхаем так, у нас так душа все чувствует. Это так важно. Давайте сделаем так, чтобы вся Москва сегодня слышала, как мы здесь отдыхаем. Вы готовы? 3-4. Мы! Давай забудем все.
сердце магнит. Я губами касаюсь, и все вокруг нас горит. Стираемся. Ты на своем океане. Что? То, что сейчас между нами. Вы! Мне так мало тебя сейчас. Подари мне еще один дух. Научи меня вновь летать. Будь со мной, как последний раз. Чтобы снова по телу тут. Я хочу тебя ощущать. Вы! Да! Глаза бросала бумага, и это навечно. Спасибо, что делаешь счастливее. Между нами космос и бесконечность. Мы одно целое, мы неделимы. Глаза в глаза, ладонь ладонь. Спасибо, что делаешь счастливее. Спасибо. Рамина, я тебя люблю. Thank you.
в школе, но я объясню, смотри. Реальная любовь, увы, не делится на три. Ты срываешься на крик. Только ты рядом со мной не вместо. Знаешь, что я из другого теста. Все твои девочки принцесс. Это не все, даже если честно. Мильные, слабые и пустые. Лезешь к ним душу, а там пустыня. Мне все, что есть, тебе, что же ты. Заглянешь в глаза лишь, а сердце стынет. Ты много говоришь, но это слова лишь с нами. Снова ты меняешь тон. Ведь понимаешь четко, что твой план идет ко дну. Отвечу занята, типа наберу потом. Ты знаешь, что я вру. Ты в бешенстве, а я в прямой трансляции. Ты ищешь другие манипуляции. Где твои девочки, принцессы? Из маркета словно идут по акции. Тебе нужна личность, а не пустыня. Заглянешь поглубже, а там пустыня. Они все, что есть, тебе что же ты? Смотришь, глаза лишь и сердце стынет. Ты много говоришь, но это слова лишь и стали для других. Меня не обманешь, ты много говоришь. На том конце другие, но где же поступки? Парень, где же поступки? Ла-ла-ла-ла-ла, снова кругом голова. Девочки сегодня хлоп, их сердца нам помогла. Праздник веселья, дни и недели. Верю, не верю, ты снова за дверью. Начнем с истерии, закончим в постели. Снова пожар, классика жанра, целую жадно. Будто ты жалишь меня, обжигая. С тобой до жар. Я видел сотни других, я искал тебя в них, но таких не бывает. Детка, ну хватит войны, давай все обнули, мне тебя не хватает. Ты много говоришь, но это слова лишь остатки для других. Меня не обманешь, ты много говоришь. На том конце круги, но где же поступки? Парень, где же поступки? Ла-ла-ла-ла, снова кругом голова. Девочки сегодня хлеб, и сердца нам помогла. Ла-ла-ла-ла, вот и все твои. Последний наш релиз – это мини-альбом EP «Миллениум». Альбом крутой, это факт. Там всего 4 трека, но это как бы такая небольшая затравочка, потому что буквально через несколько месяцев мы выпустим дополнение к этому EP, и этот EP превратится в полноценный альбом. Мы выпускаем песни, которые очень честные и очень откликаются во мне, потому что в них есть какая-то моя история. Для того, чтобы слушатель поверил, он должен чувствовать вот эту трушность в рассказчике. Как-то на другом уровне, на уровне каких-то ощущений, вибраций, когда ты слушаешь и ты веришь, да, человеку. Я очень ждала выхода этих песен, потому что, естественно, для того, чтобы подобрать песни в альбом, ты их записываешь заранее. Мы не собираемся кардинально менять жанр, потому что мы знаем, за что нас любит наш слушатель. Мы любим, ценим, уважаем нашего слушателя. И поэтому не хотим каких-то резких экспериментов. Буквально недавно нас вышел небольшой мини-альбом, EP, называется «Миллениум». Кто-нибудь слушал уже? Я думаю, многие уже слышали, но те, кто слышали, помогайте, подпевайте, потому что сегодня впервые в Москве мы презентуем наши новые песни, мы еще их не пели в Москве, поэтому есть все-таки, можно находить плюсы во всех этих переносах, потому что сегодня мы споем новые песни, которые мы бы не спели тогда. Поэтому все, кто знает, помогайте. Все, кто не слышал, учите. И под конец песни тоже помогайте. Готовы?
Тогда лампочки. Я не хочу остановиться в развитии. Я хочу все время быть такой вот маленькой, наивной девочкой, которая поет для того, чтобы, вот ради того, чтобы петь. Для меня не важно бизнес-модель того, как мы это делаем. То есть в нашей компании, наверное, Артик — это мозг, да, такой, а я более творческое такое создание, потому что у меня и эмоций всегда больше, и слов намного больше, чтобы это все описать, да, но и я больше такая, знаешь, творческая, неземная. Энергия в ней кипит, и она всему удивляется, все, вот у нее, вот, знаете, вот если я такой спокойный, ровный, меня трудно чем-то удивить там, или вызвать какие-то такие бешеные эмоции, то у нее это прям вот так. Ты что-то ей показываешь песню, она кричит, бежит, там, предлагаешь там какие-то действия, я не знаю, там, так, завтра, послезавтра летим в Москву, берем билет, все, у нее паника, как в Москву, как я полечу, Такая прям бешеная энергия в ней кипит. Это энергия, которая заряжает, и заряжает как бы не только меня, а всех вокруг. Я поняла, что я хочу нести эту любовь, наверное, все больше и больше в массы. Не хочу нести какие-то бессмысленные песни. Не хочу гнаться за трендами, за тенденциями. Хочу петь от души. Главное, чтобы мой голос, мое творчество находило отклик у людей. Чтобы где-то лечило, где-то помогало, где-то, не знаю, тусовалось рядом с тобой, когда тебе хорошо. Thank you.
больше не летаю. Он был мой главный кайф, я без него пустая. Кричала, что не прощу и не пущу на порог. Но он зашел за черту, а я позволила тут. Смотрю, как раньше почти был темными синими. Я вновь сбиваюсь с пути, мама, спаси меня. Я не хочу назад, но так хочу к нему. Он смотрит в мои глаза, а я не верю ему. Все вместе! Вновь сердце на куски, и все горит огнем. Ты меня проси, а я тебя потом. Там близко, что опять накрыло, и что-то тянет с новой силы. Раз я смогла упасть, смогу и встать с колен. Я разрываю связь, не зоны, а абонент. Ответов нет и нет вопроса. Но я как будто погибну сам. Танцуя! Я так же, как обычно, но делаю вид, что мне все безразлично. Я знаю, надо спасаться, ведь это замкнутый круг. Я соблюдаю дистанцию, только плывется вокруг. Смотрит, как раньше почти, любовно не искренне. Меня уже не провести и не спрятать истины. Я не хочу назад, но шторы натянет к нему. Он смотрит в мои глаза, а я не верю ему. Вновь сердце на узкий, и все горит. С удовольствием спела «Девочка, танцуй», потому что тоже был такой период, что я отказалась вообще от всего, не хотела каких-то отношений без будущего, да, отношений с человеком, который не может тебе дать то, что ты можешь дать ему. Я знаю, что я в отношениях могу дать очень многое человеку, что я вдохновляю людей вокруг себя, и это не пустое хвастовство, да, я чувствую, что во мне есть что-то особенное в плане какого-то внутреннего света, поэтому в отношениях нужно, чтобы меня тоже кто-то наполнял, это безумно важно. И вот до этого это было такое, знаешь, как высасывание из меня всего, что я могу дать,
А я тогда и сама не понимала, что я вообще, ну, как бы могу в себе сохранять ресурс энергетический. И вот когда я обрезала все эти какие-то присоски в своей жизни в виде даже друзей, знакомых, которые вот все время просто были, просто забирали, просто высасывали, тогда я наполнилась, действительно стала сильной, классной, и тогда пришла песня и «Грустный дэнс», и «Девочка, танцуй». Давайте танцуют все девчонки. Каждая девочка в этом зале сегодня танцует.
знает все отлично. Твое сердечко, твое сердечко знает все отлично. Больше не плачет, не плачет, не влюбленный мальчик, влюбленный Опять-таки, мы пришли к той точке, когда уже, ну что еще можно круче, чем неделимо сделать? Ну что, ну мы уже прям вообще везде были. Все радиостанции, все премии, лучшая группа, лучшая песня, там, лучшее то, лучшее все. И тут случается грустный дэнс. Как бы еще, еще выше, еще круче. Я помню, когда был грустный дэнс,
Он был настолько вовремя. И вот эта песня была такой переломной и сильной для меня. И я так вот радовалась, что вообще она попалась мне, потому что мне было о чем ее спеть, понимаешь? То есть я знала, о чем я ее пою. И это гораздо глобальнее, чем отношение двух людей между собой. Очень я ее сразу же с первой ноты полюбила. А что теперь после грустного дэнса делать? Становится грустно. Ну что, мы с вами сегодня потанцевали, погрустили, потом опять потанцевали, потом опять погрустили. Вообще у нас сегодня здесь грустный дэнс. Вы знаете? Вы готовы к грустному дэнсу? Тогда давайте вместе с нами. Под грустный дэнс. Сети, что три раза пать на памяти. Еще! Там грустный дэнс, ты словно весь наш город больше не вспомнит тебя. Кто бы мне необходим? Вы! Слишком! Родные. Ты так красиво теряешь меня.
Спасибо! Спасибо! Друзья, спасибо большое. Вы просто невероятные. Спасибо большое за этот чудесный концерт, за то, что вы с нами. Я хотел бы, прежде чем мы еще будем уходить, у нас еще не конец, представить вам нашу замечательную команду, всех тех, без кого бы сегодняшний концерт не состоялся. Это же, конечно же, наши музыканты в первую очередь. Ваши аплодисменты. Наши самые лучшие, самые Влад! Крутые. Влад! Влад, давай что-нибудь заруби. Владик, давайте начнем что-нибудь красивое показывать. Аплодисменты! Так, ты подожди, ты не останавливайся, продолжай. Ты не отдыхай. Андрюха подключится. Вот. Андрей, бас-гитара! Все слышат, как он крутой видит, да? Я! Давай, бро! Я! Егор, гитара! Егор! Примерно роста, но они чуть выше. Но ничего. На самом деле хотел сказать отдельное спасибо Ане за то, что когда-то судьба нас свела, за то, что кто-то когда-то прислал мне запись, и я услышал ее голос. И вы знаете, конечно же, все было в планах именно так, как сегодня мы здесь. Перед нами большое количество людей. Но я даже подумать не мог, что она настолько большой человек. Не только в музыке, понимаете, а именно душа. Душа нашей семьи, душа нашей группы. Если я занимаюсь какими-то техническими там делами и иногда пишу песни... Прекращай! ...то Аня, она именно доносит все эти песни до вас. И именно благодаря ей сегодня мы все здесь. Давайте ваши аплодисменты! Я не могу не сказать...
Спасибо не только Богу, а Вселенной за старшего брата, о котором я всегда мечтала, за то, что я многому у тебя научилась, за то, что я теперь твоя кума. Кумушка, кумушка. За твоих детей, за всю нашу семью, которая у нас создалась за 10 лет. Вот человек, который на самом деле управляет всем, который всегда за все переживает. Я пою, а он всегда все организовывает. Поэтому давайте поаплодируем сегодня Артику. Спасибо. За то, что он у нас большой, крутой босс! Спасибо большое, спасибо всем. Жаль, что все ребята ушли уже со сцены. Но мы не уходим, конечно же, пока мы не споем еще. Вы готовы? Раз, два, три. Сети, что ты разомкнута в памяти. Еще громче. На самом деле мы хотим каждому из вас еще раз повторить. Вы любовь, вы душа, и все, что мы делаем ради своей любви к нашим близким и ради своей любви к вам. Спасибо, что вы есть. Мы любим вас. Спасибо! Брой, давай договоримся, что через 10 лет на этой сцене мы будем праздновать не Артикасти 10 лет, а Артикасти 20 лет. Давай, давай только сцену побольше чуть-чуть. Договорились. Какой-нибудь стадион огромный. Спасибо большое всем! Спасибо, мы любим вас! Мы любим вас, друзья, спасибо! С вами были Артик и Асти. Всем хорошего вечера и настроения. Увидимся! Я очень много изучаю и изучал историй групп, продюсеров, артистов. Мы же знаем много имен, которые были прям самый топ, а теперь едва ли о них вспомним. Но на тот момент как бы это... были гениальные и великие артисты. И я всегда изучаю, почему так произошло, почему они были великими, почему они в моменте стали распались, почему что-то пошло не так. И делаю выводы. Я заметил такую закономерность, что вот, допустим, группы 10 лет живут, потом что-то происходит. Потом они либо распадаются, либо начинают что-то творить не то, что нужно. Ну, что-то в голове меняется. Почему? Я еще не понял, поэтому ждем.